8-10. Весь вагон спит, вот я сейчас прошел. Не знаю, будет видно нет с камеры. Весь народ еще спит. Вообще платформа, знаете, чем удобно? Тем, кто длинный, у них ноги вот так вот. И идешь так, такой вот, так вот, между ног. А так вообще, поездка продолжается. Вот, смотрите. Питер скоро будет через 3 часа. А пока, пока. Я вам сейчас покажу. Мой туалет какой чистенький. Все работает, вода туда-сюда, мыло, фигило. А то говорят, что грязный. Он, кстати, вчера грязный был, я его протер. А сегодня кто-то уже крышку поднял. Видите, плацкарт, народ дрыхнет. Вообще нормально, если честно, человечески. Чистенько, аккуратненько. Ладно, людей не буду снимать. Тут она. Крабов, крабы, мальчик. Где моя? Что-то я рад начал снимать, блядь. Смотри, вышли и попали в хаос сразу. Люблю Петербург. Артём, за мной. Короче, доброе утро, пацаны. Не знаю, что сказать, надо сейчас. Мы только приехали, блин, 12 часов назад. Сейчас время, смотрите. Без 20:12, верите, нет? Находимся мы, сейчас покажу. Опа! Видите, как быстро время летит? Блин, где Артём? Артём, блин! Артём это. Очень долго идет Артём. Очень долго идет. Я сейчас зашел на то место, куда мы приезжали, когда в Питер последний раз на машине заехали, просто ради прикола посмотреть. Рядом с Московским вокзалом находится. Поностальгировать. Но жизнь продолжается, и мы идем дальше. Столовая номер один. Смотрите, 310 рублей. Смотрите, какой видок. Чисто питерский. Ну, без меня же как в кадре. Смотрите, короче, тут на 310, а это на 290, кстати. Как в ресторанах. И дали уровень. Сними меня чем, да я попробую сорявочки. Знаешь? Обалденно. Во, пацаны. Во, блин. Все, хватит, давай. Блин, ребят, сорян, 95 рублей, по-моему, стоит. Вот, я еще не доел. Блин, ну тема, во. Мясо, блин, пипец. Сейсона. Очень вкусно. Сейчас мы обзор просто на еду по-быстрому сделаем. Так, компот попробуем.
Морс. Ну, морс, короче. Клюшка вот эта мне понравилась. Короче, ветчина, сыр туда-сюда. Все это как-то вот так вот сделано и запечено. Блин, очень вкусно. Тоже, кстати, не знаю, сколько стоит, хрен узнает. Так, ну-ка котлетку сейчас по-быстрому. Так, сейчас подожди секунду. Ну-ка, держи вот так. Подожди. Пюре. Блин, пюре какой-то. Не знаю, какой вкус странный. Короче, пюре что-то не очень. Так, котлета, котлета. Сколько рублей? Короче, по вкусу дам. Короче, по вкусу это котлета. Что там внутри? Грибы, вижу. Еще что-то. Чувствую. Обычная рыбная котлета. Короче, 5 звезд. Все, давайте. Даже и начнем дальше. Снимается? Снимается, да? Так, давайте теперь попробуем нарезать перец питерский, соль. Если кто не знает, это соль. Кто знает, что много людей еще не знает. Так вот, еще раз. Сейчас. Вообще даже не знает, как я пробовал. Блин, солянка вообще отмена. Очень вкусно. Что, давай сюда. Короче, здесь вы наблюдаете макароны. Что ты там еще брал? Какая-то котлета и яичница сверху. Вот она как красиво выглядит. Так, здесь было две булки. И что за голубиный помет? Не, серьезно, что это такое? Сам не знаешь, что это такое. И, короче, какой-то вот этот зеленого цвета. Пусть зеленого совсем уже. Желтого. Короче, желтого цвета какая-то хрень. Ну-ка, дай отпробую. Не дай ее, смотрите, блин. Вкусно, наверное. Собака. Ой, как хорошо. Как хорошо. Это я только первый съел. Второе, там третье. Ой, хорошо. Знаете, что бросается в глаза после Москвы, пацаны? Блин, урн, блин, вообще, блин, просто опасен пересчитать. Вот реально, просто мусор. Я просто привык, что урны на каждом шагу. Да не только я, вон еще. Армагеддон. А тут... Идешь. Уже сколько прошли, ни одной урны нет, нифига. Погода зато хорошая. Вроде снег идет, зато нету ветра. Раз. Тепло. Два. Так, налево что нам здесь? Здесь налево. Вон, велосипеды здесь стоят. Никто не берет нихрена. Контейнеры. Продукты. Еще знаете, в чем разница? Огромная. То, что здесь просто огромное количество кафе. Блин, ну в Москве, ну нет столько. Ну просто здесь вот, знаете, как вот в Европе, да, там идешь через каждый, что не вход, то кафе или бар, или ресторан. То же самое. В Москве, ну, не найти нормальных, блин. Если есть, то какое-нибудь говно, как правило, снимается полупомещение. Там заходишь, три человека сидит, даже сидеть не хочется. За одну котлету по 2000 рублей. Это в центре, я имею в виду. На спальных районах там вообще проще во дворе постоять.
вроде бы классно, да? Ноги тащат по земле, тысячу лет в огне! Идем, пошли дальше. Глазами зверя не изумил! Утьмой вечер! Смотрите размер таблички Dixie, ребят. И без очков не вижу ни хрена. Я вот две резинет бы в жизни не нашел. Так, номер, пацаны. Просили номер показать, да? Сейчас я вам покажу номер. Сейчас я камеру переверну. Короче, вот он, я. А, вам номер, а не я нужен. Короче, номер. Вот, смотрите. Вот холл такой небольшой. Шкаф. Холодильник. Кулер. СВЧ. Стаканчики, фиганчики. Чашки, фигашки. Можно здесь, короче. Можно тут. Мы остановились, короче, здесь. Видите, небольшой такой номерок. Душ, фен, фиген, все дела. Горшок, фигашок. Я. Ну, куда без меня? Лампы. 15 век. Картина. 13 век. От нашей эры. Чай, холодильник, телевизор. Все, что нужно для жизни. И вот он, Питер, вот на совете. Вот какой запах, а? Санкт-Петербург. Как я люблю этот город. Мне еще нравится, что первый этаж. Блин, терпеть не могу высокие этажи. Ну, как-то так. Здесь даже, видите, коврики специально. Это, короче, ноги вытер, и в ботинках можно спать. Ну, как-то так. Сейчас перекур, погнали дальше.